Подмосковье для участников программы «Земский доктор» отменили возрастные ограничения. Теперь подать заявку на участие могут специалисты старше 50 лет. Отмена возрастного ценза должна благоприятно сказаться на привлечении медиков в лечебные организации. Согласно заявке Одинцовской областной больницы, Министерство здравоохранения в 2020 году выделило по программе «Земский доктор» 13 мест. На сегодня документы подали 5 претендентов.